Студенческие годы – это не только сессии, недосып и лекции. Без творчества представить университетскую жизнь некоторые просто не могут. Студвесна, пожалуй, самое важное в ней событие. Приятно, что именно на этом мероприятии никого не надо завлекать, приглашать. Вот видите, уже аншлаг. И сегодня телефон Самарского дома молодежи, он просто вот беспрерывно звонил, просили еще билет. У нас билетов уже 4 дня нет вообще. Студвесна традиционно проходит в несколько этапов. Сначала между факультетами, затем между вузами, и лучшие номера попадают на городской гала-концерт. Студентка Международного института рынка Олеся Шамарина занимается танцами и вокалом с 3 лет. В студвесне участвует впервые. Дебют оказался настолько успешным, что ее номер отобрали на гала-концерт. Вообще я только вчера узнала, что я участвую, и мы целый день сегодня с 10 утра здесь пропадаем, репетируем. Ну, естественно, это совершенно дополняет учебу, очень много эмоций, очень все это интересно, забавно, весело. Я всем советую вообще участвовать в таких подобных мероприятиях, потому что, просто учиться – это скучно. Самый волнительный и долгожданный момент – объявление победителей среди самарских вузов. Первое место жюри отдали медицинскому университету. На втором – экономический. Тройку замыкает университет телекоммуникации и информатики. Областная студвесна пройдет в зале МТЛ-арена 25 апреля. Валерия Макарова, Павел Пресняков. События.